Всем большого и добрейшего голубя, дорогие друзья. Сегодня я продолжаю играть на карте Island LP. Давно не было летсплея по этой карте, но это из-за того, что у меня были проблемы с видеокартой и из-за того, что я просто не хотел играть. Честно говоря, даже не знаю, как, что, почему, зачем и так далее. В общем, можно кучу вопросов привести, как строить этот небоскреб, где его строить и так далее. Поэтому сейчас я буду примерно искать место для небоскреба. Но уже, в принципе, я знаю, где я это сделаю. Так, походу, у меня места уже нету даже здесь. И поэтому я только начинаю здесь работать. Блин, у меня нету места. Хорошо, тогда сделаем лучше. Опа, яичко только что закрасилось. Ну, стало вот этим вот коричневым цветом. Для кого-то красным, для кого-то оранжевым. Не знаю, для меня каким-то коричневым цветом. Все, я поставлю вот куда-то здесь вот. Да, логично было сюда поставить и сюда. И выброшу, что мне не нужно. Это... Нет, это оставлю. Конечно, можно было сделать перед серией, но что-то мне немножко лень. Ну, вроде все нормально, значит, у меня проблем с видеокартой больше нету. Собственно, строить я буду где-то здесь. Вот только вот не знаю, где именно. Где именно? Либо вот где-то вот на этой равнине, либо ближе к горе. Прям вплотную к горе. Ну, вообще, где-то сделать 40 на 40, думаю. 50 на 50, наверное, получится много. Вот как-то вот так вот. Ну, можно, я даже не знаю, можно куда-нибудь... Вот поставить здесь как начало. Чтобы вот так, вот так, вот так шло туда-туда. Ну, сейчас тогда попробуем основание сделать. Все-таки я не очень хорошо подготовился. Да я вообще не подготавливался. Я просто подумал, почему бы сегодня не снять летсплей и просто... Начать строить небоскреб. Ну, посмотрим, как пойдет это дело. Думаю, я на каком-то моменте забью. Кстати, вот у меня еще такой один вопрос возникает. Если мне строить небоскреб, то где его строить? В серии, вне серии или на стримах? Хотя стримы будут редко, потому что у меня совсем нет времени. Я на выходных уезжаю в деревню, а в будние дни вообще нету времени. Только вот сегодня пятница, есть немножко, чтобы записать этот видос. Тогда берем глину. Как я и говорил, мы будем строить из глины, но пока что я сделаю небольшое основание. 40 на 40, а хотя может даже и больше. Ну, сейчас опять же все посмотрим. Вообще у меня есть такая идея скопировать, точнее сделать небоскреб, но сделать каким-то черно-белым. Но сделать небольшую фишечку в нем. Фишечка это будет где-то с другого здания. Я, правда, не помню, как оно называется. Потом уже покажу, когда будем активно строить. Хорошо, тогда... Ну вот, представим вот отсюда. Да, сейчас посчитаем. Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, я уже запутался. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11, 12, блин, что-то большое получается, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, теперь 20 в другую сторону. Там уже глянем, что будет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Так, у нас ушел целый стак. Вот только на вот такое основание. Ну, как сказать? Я даже не знаю, как определить. Даже не знаю, что и сказать. Вообще. Внизу у нас будет гараж, ну что-то типа гаража. Также будут всякие магазинчики, ресторанчики в этом небоскребе. Ну и отель, наверное, какой-то.
Я вот не могу реально понять, это много или мало. Ну, что-то мне подсказывает, что если даже здесь и так близко, то это уйдет куда-то в гору. Поэтому надо чуточку подальше. Может быть, где-то вот здесь даже. Давайте попробуем здесь. Ну, здесь я даже так оставлю. Опа, опа. Оп, стоп, все. Здесь нормально. Теперь с этой стороны. Просто чувствую, реально уйдет очень прям под землю. Где-то вот так вот. Потом еще с той стороны надо сделать все стороны. Потом начать там выкапывать. Короче, я понял, это геморрой на очень большое количество времени. Ну, солнце, да, уже садится, это норма. Это абсолютно норма. Главное, это... Главная моя задача, это, во-первых, снимать Island LP, во-вторых, строить это все дело. И третье, это не потерять желание к летсплею. Это самое главное. Я должен это удерживать. Если мне чуть-чуть надоел Island LP, то стоит, наверное, немножко прекратить, потом уже продолжить. Иначе получится, как с электролетсплеем. Я бы еще, знаете, что сделал? Я бы еще припас бы всяких цветочков, потому что мне нужно будет очень много красок. Просто огромное количество. Так, вот сейчас был говстоп. Значит, 4, 5. Не, лучше заберусь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Так, ну и у меня небольшой губ-стоп. Ну и, собственно, я вернулся. Блин, я, конечно, забыл это выключить. Это немножко обидно. Ну, получается как-то вот так. Ладно, тогда погнали. Сейчас поспим. То есть такая вот большая площадь в принципе получается. Хотя, с другой стороны, не такая уж и большая. Ну, та часть чуточку уйдет под землю, но это норма. Думаю, еще стоит здесь предусмотреть вход, потому что, ну, вход не стоит, наверное, делать слишком маленьким. Все-таки небоскреб какой-то, какая-то достопримечательность на этой карте. Ну, тогда встретимся утром. Вот, и, собственно, утро достаточно быстро. Ну, это понятно почему. Итого у нас получается вот такой вот квадратик, но он сейчас не особо квадратик, потому что очень-очень я плохо построил. Тогда надо его сейчас обвести вокруг. У меня, в принципе, блока хватает. Как раз два стака на это понадобится. И просмотреть, где у нас будет вход. Это тоже достаточно важно. Даже уже есть небольшие идеи, как вход сделать. Так, ну то 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40. Все, это я называю губ-стоп. Погнали тогда туда, хотя тут, наверное, не надо даже считать. Просто вот так вот. Кстати, Surreal Craft, он обновился или у меня, или нет? Нет, он у меня не обновился, походу. Просто я включал обновление, что у меня все приложения обновлялись, включая Surreal Craft. Но в итоге этого не произошло. И это очень фигово. Потому что с Surreal Craft там обновления вышли всякие на генерацию и прочую эту штуку.
Я ведь правильно посчитал? Ну, в принципе, по-моему, я не ошибся, но, конечно, мог это сделать. Получается, вот такая вот у нас очень красивая, интересная история, очень красивая территория, с красивыми видами. Что я сейчас подумаю сделать? Отвезти где-то на вход? Ну, можно сделать... Один большой вход или сделать несколько сразу? Вот это, конечно, отдельная история, над которой реально нужно подумать. Но я сейчас в любом случае отсчитаю где-то половину, может. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Начинается это у нас центр. Ну, в два блока, потому что у нас четно. Да, вот так. А, ну и все. Так. Я надеюсь, это не исчезнет. Ведь так получается. Раз, два, три, четыре. Тут раз, два, три, четыре. Ну, получается где-то так. Можно еще поставить землю как значок. Ну, тогда что получается? Нам нужно, во-первых, закрыть эти водоемы, хотя их, в принципе, можно немножко по-другому сделать, но это отдельная история. Также вырубить деревья. Вот это дерево, конечно, можно оставить, а вот остальные, которые у нас есть на территории, их желательно срубить. Поэтому этим можно сейчас и заняться. Потом уже, наверное, в следующих сериях начать закрывать водоемы. А для этого нужно добыть большое количество земли, которой у меня, естественно, нету. Ну, потому что я землю особо нигде не копал. Кстати, вот что я еще замечаю? Я вот сейчас вроде бы играю. Settings, performance. Давай вот это покажи мне. И записываю. И 60 FPS. Не, серьезно, 60 FPS. А хотя... у меня, наверное, прогрузка маленькая, из-за этого у меня... 60 FPS. Просто когда я записываю, у меня обычно где-то 30 FPS и так еще лагает, а сейчас реально все так плавно, вот прям настоящие 60 FPS. Я удивлен. Хорошо. Теперь челлендж найти, естественно, топорик. Вот только где он, я вообще без понятия. Поэтому это нам сейчас предстоит быстренько найти. Ну, если нету, еще быстренько гляну. Нет, топорики все-таки есть, но это, наверное, мало. Потому что там деревья все-таки есть, но их много. Ну, хорошо. Ой, только не говорите, еще и нету камня. Ну, это будет вообще прям чё-чё-чё некуда. Ну, может, я его добыл все-таки? Не, смотрите, какой голубь противный. Ничего нету. Все-таки надо разбираться с этим бардаком. Постепенно, естественно, это будет все накапливаться. Ладно, тогда... Возьму эти два топора и пойду вырубать. Даже вот не знаю, откуда землю взять. Можно, конечно, сбривать вот эту поляну. Можно этим, конечно, заняться, но тогда не так уже красиво будет все выглядеть. Не очень красиво. Ух, там как дерево-то распечатало пополам. Прямо вон там в углу хорошо видно. Это все баги. Но это норма. Деревья здесь, естественно, нормальные, потому что грозы пока что еще здесь никогда не было. Ой, сейчас вот это вот, конечно, долго, но этим стоит заняться. Я не буду это вырезать, потому что это как бы основное, чем я сейчас занимаюсь. Тут, конечно, минус то, что здесь, видите, как дерево здесь идет себя, оно в разные стороны, его нужно вот так вот искать, вырубать. И, как я помню, здесь листва что-то, она исчезает. Как-то я этого не замечал, но потом это появилось, и все, и фигак, и она начала исчезать. Но это вроде бы давно уже добавили, это просто я профукал этот момент. Вот какой голубь противный, а не там все.
Нет, вот здесь не все. Ну, ты говоришь, сейчас мне не хватит, потому что здесь слишком много дерева. А дерево, как вы помните или нет, у меня его сейчас много, потому что я его уже успел добыть. Но сейчас еще дополнительно выпадет. Все-таки мне, наверное, понадобится ваша помощь в комментариях. Именно потому что я не смогу все придумывать сам, наверное. Поэтому хотелось бы вас спросить, как же мне все-таки оформить вход? Мои идеи это сделать что-то типа раздвигающихся дверей, которые, ну, раздвигаться будут, это понятно. Или крутилку какую-нибудь, или еще что-нибудь. Ну, что-то такое оригинальное с мебелью. Это лишь мои идеи. Вот голубь, а все-таки не хватило мне топора даже на одно дерево, потому что у меня просто нету камня. Просто у меня нету камня, и все. И это все упадет? Нет, не падает. Ну ладно. Вот голубь-то не крещен, а все. Темнеет. Это уже другая интересная история. Алмазный инструмент, точнее, да, алмазный инструмент, я правильно сказал. Я не хочу создавать, а все благодаря тому, что они быстро тратятся, и не хочу на это ни железо, ни алмазы тратить и так далее. Я вот, кстати, вот еще что придумал, это осветить эту местность. Опа, ну все, прям четко ушло все, что я запланировал, вроде бы ничего не забыл. Еще можно вот это вот сделать. Немножко. Все-таки не спрашивайте, зачем я скрафтил топор, просто захотел его сделать, потому что сейчас, конечно, идти за всеми этими камнями, которых у меня нет, мне немножко лень. Опа. Вот тогда сейчас тоже понакидаем. Вот столько все хватит. 36 факелов осветим, вырубим и так далее. Постепенно эта территория будет, наверное, изменяться. Да, видоизменяться, вот я правильно сказал слово-то. Конечно, вырубать я здесь ничего особо не буду, просто вот вся вот эта вот территория... И, возможно, чуть-чуть около изменится. Прям немножко. Вырастет здесь такой большой столб. Если, конечно, я его дострою. Потому что просто даже вот на одну эту стенку уходит один стак этой глины. Но тут надо подшаманить. Может, даже и не из глины я сначала буду делать. Это надо реально подумать. Опа, и, кстати, дерева нету. Все. Гоп-стоп. Исчезло. О, лошадь. Это дерево. Но мне, в принципе, пока что не мешает. Поэтому можно даже оставить. Посмотрим, насколько этого алмазного топорика хватит. Ух ты, все. Еда уже пошла подальше. Еда уже пошла подальше. Все, дерево вырубается. Древесина получается. И надо очень хорошо подумать все-таки, откуда мне брать землю. Воровать откуда-то не хочется, портить ландшафт. Все хочется оставить, в принципе, как и есть. Изначально в генерации мира. Так, все, я как понимаю, это все, да? Ну, вот эта хрень, наверное, не исчезнет, я как понимаю. И вот это, наверное, тоже. Ну, посмотрим. В принципе, что-то немножко пофиг на это, потому что не мешает пока. Потом уже можно будет что-нибудь придумать, потому что будет очень сильно мешать. Хотя и сейчас мешает, не знаю. Странная у меня немножко логика, я даже сам до конца не понимаю. Еще, давай, 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 еще. Еще одна вот причина, из-за чего я не записывал Island LP, это из-за того, что я просто захотел немножко поснимать карт.
поскольку я на это забивал большое количество голубей. Но это и другая интересная история. Вот откуда оно растет так высоко? Это вот все, вот, вот эта вот хрень. Ну ладно. Допустим, я так сделал. Может, потом как-нибудь, когда вне записи я это все срублю. Ну, пока что вот так вот больше ничего не мешает. Вот так вот. Ну и можно еще осветить. Как-нибудь так вот. Просто осветить. Ходить по этой площади. Можно так сказать, по краю. Здесь тоже придется скосить немножко. Но это норма. И, в принципе, будет все окей. Тогда я предлагаю на этом закончить пока что. Это только лишь начало. Начало чего-то реально большого и четкого. Надеюсь, что все-таки я не заброшу это все дело. Ну, по крайней мере, буду стараться не забрасывать. Но тут придется все равно много чего вырубать. Получается где-то вот такая вот красота. Ну и в следующей серии, да, в следующей серии я продолжу строительство этого летсплея. А пока что на этом все. Я заканчиваю этот видос, это видео. Спасибо за просмотр. Удачи и пока.